Почему ты собаку держишь животом кверху? Я не собачник, у меня кошка так не любит вырываться. Начинает животом к низу, норм на руках сидит. Может, и с блицом так же будет? Нет, во-первых, животом кверху он сам спит. То есть он, когда на лежанку ложится, он в конечном счете, когда ему наиболее удобно, он переворачивается пузом кверху. Вот так вот. И делает вот так лапки, короче. Это первый момент. Второй момент. Собаку, если ты берешь как бы лапами вниз, на коленки ставишь, то она становится просто ногами. И ноги эти она не подогнет. Они устроены не так, как у кошки, которая может, в принципе, вот с положения по умолчанию взять, ноги согнуть и под себя их убрать. У собаки нету такой фичи. Поэтому, как бы, ты, если хочешь, чтобы собака сидела у тебя на коленках, то, блядь, а ноги куда девать? Типа, она их не подогнет просто под себя. То есть, остается вариант, как бы, боком положить или спиной. Я спиной его кладу, а потом он сам уже меняет, как ему больше нравится валяться. Он притащил игрушку какую-то и по пятке меня пи***т сейчас. Блять. Чтоб вы понимали, игрушка, которую он притащил. Дай я покажу. Дай я покажу. Дай я покажу. Дай покажу. Дай покажу. Дай. Глаза выпучил, блять, не отдает. Дай покажу. Господи. Игрушка, которую он притащил. Вот она рядом с моей ладонью, чтобы вы понимали. Вот его игрушка. Блять, принес. Да какой хуй? Это кость, блядь, долб...